памятник танкистам-добровольцам. Сейчас пойду снимать вечный огонь. Здесь вот мечи, молотки, кувалды. Добровольцам, танкистам. Так, сейчас будут поливать. Надо отойти, чтобы не облили. Как бы аллея славы. Здесь фамилии. Приду к вечному огню. Здесь нет могил, но память здесь нетленна, струится вечно пламень ввысь, приди потомок и смирись, сынам отчизны поклонись. Сниму поближе. Я не пойму в телефон, видно, не видно, как я снимаю. Потому что солнце. Вот звезду видно. Вечный огонь. Жарко от него довольно здесь. На улице сейчас примерно градусов 25. Но здесь у огня-то очень жарко. Ну, пойду дальше снимать вторую половину Арбата.